Не спешите садиться. Мы сейчас с вами будем молиться, но перед тем, как помолимся, я хочу напомнить, хотя вы уже, наверное, все знаете, что тема нашего сегодняшнего общения «Для чего ты живешь?». Я думаю, что очень хорошо, что эта тема поднимается для вас, для молодежи, потому что чем раньше вы определите в своей жизни, для чего живете, тем легче вам будет правильно ее построить в соответствии уже со смыслом своей жизни в дальнейшем. Давайте мы с вами помолимся, чтобы Бог благословил это наше общение. Боже, мы благодарны Тебе за то, что Ты даришь нам жизнь на этой земле. Мы благодарны Тебе, что существуем, мы есть, Господь. И уже за это мы хотим славить Тебя. Мы хотим благодарить Тебя и за то, что Ты даруешь нам не просто прожить бесцельно эту жизнь, но Ты открываешь нам для чего и как ее прожить. Мы просим, молим Тебя, чтобы Ты помог нам это осознать в сегодняшнем нашем общении и понимать в дальнейшем нашей жизни. Благослови нас, Господь, всех здесь присутствующих. Мы просим, молим Тебя, чтобы Ты наполнял радостью наши сердца, радостью от Твоего присутствия и радостью от того, что мы видим лица друг друга. Благослови нас в этом общении. Будь прославлен в этом общении всегда в нашей жизни наш Бог, Отец, Сын и Дух Святой. Аминь. Пожалуйста, теперь занимайте места свои. У нас есть люди, которые сегодня приготовили пение, которое мы сейчас с вами услышим. И один из этих людей – это Виктор Фросинюк, наш гость сегодняшний. Пожалуйста, мы его приглашаем. Есть, насколько я понял, ты с нами поделишься двумя пениями сейчас, да? Пожалуйста. Все минає на землі, слава, гроші і скарби, але вічний скарб душі не мене, скарб цей ти, Ісусе, так, Боже мій, я бачу, звідки ти мене підняв, так я від щастя плачу, бо твоїм дитям я став, так я отримав волю, цей благодатний час. Свої любові мою грішну душу спас. Думав я колись, що є втіха, радість марно. А тепер єство моє тішиться лиш тобі, Ісусе, так, Боже мій, я бачу, звідки ти мене підняв. Так я від щастя плачу, бо твоїм дитям я став. Так я отримав волю в цей благодатний час. Ти по своїй любові душу спав.
все змінив. У мені мій Ісусе, так, Боже мій, я бачу, звідки ти мене підняв. Так я від щастя плачу, бо твоїм дитям я став. Так я отримав волю, цей благодатний час. Ти по своїй любові мою грішну душу спас. Зміцняйся в Божій благодаті, що в Христі, прапора любові вище підійми. Так як вірний воїн, догоджай Христу, тоді ти світу переможеш марноту. Спрямуйся зірти просто до неба, ворог не зможе тебе здержать. Там же корона тебе чекає, сміло борися і не знемагай. Ти зміцняйся в Божій благодаті, що в Христі, і зберігай святу науку у житті. Як атлет постійно практикуй знання, і світ побачить Бога із твого життя. Спрямуй свій зір ти просто до неба, ворог не зможе тебе здержать. Там же корона тебе чекає, сміло борися і не знемагай. Зміцняйся в Божій благодаті, що в Христі, і розсівай насіння про любов усім. Мужнім будь, що правду Божу голосить, яка темрява зможе світло ув'язнить. Спрямуй свій зір ти просто до неба, ворог не зможе тебе здержать. Там же корона тебе чекає, сміло борися і не знемагай. Спрямуй свій зір ти просто до неба, ворог не зможе тебе здержать. Там же корона тебе чекає, сміло борися і не знемагай. Благодарим вас за ваше пение. Витя, сразу вопрос. Я не знал, что ты будешь не один. Кто твой напарник? Брат, друг, товарищ? Кто это? Брат. Имя? Миша. Услышали, да? Хорошо. А теперь я хочу представить сестру Женю, которая нам расскажет стихотворение. Только я ее не вижу. Ага, Женя, есть. Пожалуйста.